Здравствуйте, я Наталья Некрасова из автошколы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Плед восточный, 8-я часть, 2 одинаковых элемента. Смотрим, из чего они состоят, из каких блоков. 1 синий, 1 желтый, 2 голубых, 2 белых, 3 красных. Один синий, три красных, два белых, два голубых, один желтый, один синий. Провязали, убедились, что у нас абсолютная симметрия, что два элемента, которые мы сейчас будем присоединять к пледику, абсолютно одинаковые. Они соответствуют ширине пледа и соответствуют указанным порядку блоков, которые я сейчас вам указала. Вяжите две одинаковых детали и присоединяйте все увеличивающемуся пледику восточный. Если вам этот плед нравится, если вам нравится то, чем мы занимаемся, обязательно нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить ни одной части пледа восточный. Заходите плейлист на канале YouTube, там очень много полезных видео, посвященных машинному вязанию. Приходите на наши бесплатные посиделки и в нашу школу машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова.